Привет, привет! Всем добрый вечер! Поставьте плюсики, как нас видно, слышно. Должно быть все отлично. Ждем обратную связь и начинаем. Тру-ту-ту-ту! Сегодня с вами Булавцев Михаил и Лилия Донскова. И целая команда менеджеров, новоспеченных, действующих менеджеров нашего интернет-проекта «Карьера онлайн». Итак, давайте проверим вашу готовность к поздравлениям. Как вы умеете хлопать, аплодировать и радоваться успехам своим и другим? А сегодня успехов у нас будет результатов очень много, так что приготовились. Ну что, поехали? Всем привет, огромнейший! Давайте делаем перекличку. Кто у нас из какого города? Посмотрим географию нашего проекта. Мы из Саратова! Привет из Саратова! Кто еще откуда? Саратов, Северодвинск. Ух ты! Мы еще, знаем, что Саратов еще есть. Пишем, пишем, пишем. Быстренько, быстренько, давайте в темпе. Москва, Москва рулит, Саратов. Супер! А пока вы продолжаете писать свои города, мы начинаем наш поздравительный банкет по итогам 13-го каталога. И вот с такими результатами мы закончили прошлый счастливый 13-й каталог. Товарооборот нашей структуры только по России составил 11 625 бонусных баллов. А wellness составил 2098 баллов. Мы крутые, очень крутые. 39 человек к нам присоединилось в команду. Из них 28 включились в работу, разместив первый активационный заказ. И таким образом ребята заявили, что они в бизнесе, что они хотят продолжать обучение, работу и идти к успеху. 11 человек из них пошли еще дальше, стали квалифицированными рекрутами. То есть прошли первый шаг стартовой программы и получают набор медовый из моей любимой коллекции. Там такие квалифицированные рекруты, что они не только набор еще получают. О-о-о. Увидим. Реактивировали мы 12 человек. И активность нашей команды более 75%. Это достаточно такой хороший показатель, говорящий о том, что мы растем. Да, и тому подтверждение как раз этот слайд о росте рекрутинга. О-о-о! Тут вообще все здорово. Давайте посмотрим. Очень здорово. Да? В 2-3 раза некоторые показатели у нас превышают предыдущий 12-й каталог. Классно, молодцы. Отличный старт. И я желаю, чтобы у нас эти показатели, каждый каталог увеличивались вдвое, а то и втрое. Ну, а теперь давайте посмотрим на также общие цифры по новым результатам в каталоге номер 13. И, конечно же, мы начинаем с первой ступеньки нашей лестницы успеха. Большой, огромный, такой многомиллионный в долларах причем. Лестница успеха. И первую ступеньку консультант 3% у нас достигли 10 человек. Ого! Здорово! Но это еще не уго. Все. Да. 4 человека вышли на уровень 6%. Давайте аплодировать, ребят, в чате. 12 человек вышли на первое менеджерское, на первый свой менеджерский уровень. Менеджер 9%. Очень здорово. Кто из вас есть менеджер 9%? Ставим плюсики, смайлики. Давайте Миша. Посмотрим. Давайте, кто новый менеджер 9%? Аплодируем вам. Ставим девяточки. Давайте, кто 9%, ставим девятки. И двигаемся дальше. Кто впервые, да, вышел на 9%? Да, да. И здесь, как это, барабанная дробь. Тру-ту-ту-ту. Следующая ступенька. Менеджер 12%, у нас 42 человека. Йо-хо, вот это да. Не ожидала. И теперь давайте, менеджер 12%, кто достиг, ставим 12 в чате. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Двенашечки а пошли. А мы двигаемся нольчик. Дальше, это еще не все. Тра-та-та-та. 13 человек вышли на уровень менеджер 15%. Слушайте, это, конечно, шикарные показатели. То есть товарооборот структуры больше 100 тысяч рублей. Круто, молодцы. И пока что все. И вот такой вот тоже небольшие цифры. Я очень люблю цифры, и наглядно они всю картину очень хорошо отображают. На один уровень выросли у нас в каталоге номер 13 44 человека. Угу. На два уровня выросли 27 человек. То есть перепрыгнули, да, через ступеньку. То есть два уровня сразу, 27 человек достигли. Ого.
три уровня, 10 человек, то есть сразу. Я просто представила, как было бы здорово, если бы это были уже директорские уровни. Представляете, сколько можно сейчас зарабатывать денег, если делать один, два, три и больше уровней в звание. Течение званий, да, в течение вот этого периода, включая 10-й каталог 2018 года. Все же уже в курсе. Причем за каждое звание вам дополнительно вручат 50 тысяч рублей. То есть закрыли звание директор? Раз 50 тысяч. Закрыли звание старший директор. 100 тысяч. Золотой. Еще 50. Уже 150 суммарно. И так далее. И так далее. Представляете, ребят? Вот мы вам желаем, чтобы вот эти вот уровни, да, были директорские. Превратились в звания. Да, превратились в звания. И очень нашумевшая новость, которая гуляет по интернету, просто бомбит Инстаграм, ВКонтакте и все социальные сети. Это следующая конференция для менеджеров, которая пройдет в мае 2018 года в Хорватии. Ребята, давайте просто сделаем маленький опрос. Кто еще ни разу не был за границей, поставьте в чате минус. А кто был, поставьте плюсики. Сейчас узнаем. Подожди, Маша. Чьи мечты могут осуществиться с помощью, конечно же, Oriflame. Вы знаете, когда мы прилетели с Марией Склиренко в Египет, первый раз мы были вместе на конференции, на менеджерской, на первой конференции, вы знаете, там было 2000 участников. И вот этот вопрос задали в зал. То есть первый вопрос был, кто ни разу не видел море? Подняли руки больше ползала. Потом следующий вопрос. Кто ни разу еще не летал на самолете? И для вас это был первый полет на самолете. Почти весь зал. А кто впервые за границей? И почти весь зал поднял руки. Ребята, вот в тот момент я пережила мощнейший экстаз просто. Я увидела вот эту вот мощь, когда мы говорим, что компания Oriflame дает новые возможности. Для кого-то это просто слова. Ну, возможности, ну и что? И когда я увидела, что столько людей впервые вот это все испытали одновременно, море, самолет, за граница, шикарный отдых, вот это было круто. И вы знаете, что каждый из вас тоже может путешествовать с Oriflame столько, сколько хочет, 2, 3, 4 раза в год, нет границ. И уже сегодня были объявлены от нашего воронежского филиала лидеры, которые квалифицировались на бриллиантовую конференцию. Исполнительную конференцию в Токио. В Японии, вы в 2018 году, да. То есть еще уже люди знают, уверены, уже летят, собирают чемоданы. Уже следующая весна. Круто, просто аж мурашки. Ребят, как у вас? И у нас есть пополнение. Да, как у вас все отлично. Как у вас? И у нас пополнение в числе потенциальных путешественников в Хорватию. Это наша Валентина Хохлова прошла. Валя, третий шаг. Три шага уже прошла, осталось всего 5. Посмотрите на темпы роста, на темпы прироста. Ага, да. То есть 15 скью-рекрутов уже есть, а нужно всего 25. Это за 3 каталога, представляете? Из 8. Уже уровень 12, практически 15, да, чуть-чуть оставалось буквально. Но надо использовать эту программу, эту квалификацию менеджерскую и просто-напросто перевыполнить квалификацию. Не 15, а сразу 22. Так, ну посмотрим, да, все. Аплодисменты студию! Мы поздравляем потрясающую, очаровательную Малышеву Екатерину с прохождением первого шага квалификации. Катя, ты молодчина. Посмотри, уже в твоей команде 7 квалифицированных рекрутов идут в копилочку. Нужно всего 25. И осталось немножечко сделать рывок и выйти с командой на 15%. И если вы это сделали уже, 9% с хорошим запасом... За один каталог, то нужно просто удвоиться, то есть повторить вот эти действия, которые вы делали. Просто их повторить, и будет вот этот необходимый результат. Ну и как мы всех учим, помогая команде, мы помогаем себе. То есть чем большему количеству новичков, которые у нас включатся в этом каталоге, в следующем, на прохождение менеджерской конференции, всех условий на конференцию в Хорватию, чем больше количество их выполнит условия, тем, соответственно, и будет больше наш уровень, наше звание.
Ребята, вот еще смотрите, что важно. Да, для кого-то уже участие в конференции не является возможным, да, пропустили момент, но, ребят, впереди столько всего, вас ждут банкет директоров, конференции следующего года. То есть, если вы не успели сюда, то это не значит, что надо свесить лапки и сидеть, да, наблюдать, как другие растут. Просто-напросто возьмите одного-двух партнеров, таких загоревшихся данной идеей новичков, помогите им квалифицироваться на Хорватию, а вы, соответственно, уже на будущий год квалифицируетесь на банкет директоров. Свой первый банкет директоров и премию $1000. Угу. Опять же, помогая другим, мы помогаем себе. Ну что, двигаемся дальше. Катюшка, да. Молодчина. А мы переходим к такой категории, одной из наших любимых. Это участники премьер-клуба. Самая доходная, самая прибыльная такая часть премьер-клуб. И у нас 51 человек являются участниками премьер-клуба, суммарно совершили заказ на 7500 бонусных баллов. То есть директорская структура состоит из 51 человека. Все понимаете, ребят, давайте поаплодируем участникам премьер-клуба. И у нас есть еще и платиновый премьер-клуб, это с заказами от 250 баллов. И у нас 3 человека с такими показателями. Наиболее активные. Наиболее активные. Итак, топ-10 личных заказов составил 2457 баллов. Оху, 10 человек сделали почти 15-процентный уровень. Итак, поздравляем нас, 521 балл. Пархоменко Ксения, 263 балла. Захарова Елена, 252 балла. Анциферова Екатерина, 252 балла. Громанчук Надежда, 218. Хохлова Валентина, 202 балла. Варгина Наталья, 192. Жилина Людмила, 189. Бутяйкина Любовь, 188. И Григорьева Наталья, 180 баллов. Молодцы, вам аплодисменты. И так держать, потому что это выгодно делать, да, такие заказы. И двигаемся дальше. Wellness-продукция. Наша вкусняшка. Да, в этом каталоге, точнее в прошлом 13-м каталоге, общий товарооборот составил почти 2100 бонусных баллов. По доле, по соотношению к общему товарообороту, мы подросли 18%. И подросли, распробовали. Да, и подросли по количеству wellness-подписок. Если по итогам каталога номер 12 у нас их было 40, то по итогам каталога номер 13 уже 42 wellness-подписки. Mm-hmm. На 2 подписки больше. Сколько ваших? Почти 500. Молодцы. Здорово. Итак, 25 партнеров имеют 42 wellness-подписки. Ну что, далеко ходить? У нас 3. Еще 4. Нет. Нет? 5? 10 партнеров имеют 2 wellness-подписки. 2 партнера имеют 3 wellness-подписки. И 1 партнер имеет 4 wellness-подписки. Итак, тоже это. И еще один партнер имеет 5 wellness-подписок. Обалдеть. Васин Владимир, обалдеть, чемпион по велнесу. Сейчас с Владимиром ведем переговоры для того, чтобы он в удобное для него вечернее время провел семинар по личным результатам от использования wellness, продукции wellness. У них очень крутые результаты. Да, уже на протяжении больше года у них вся семья употребляет продукцию wellness, и им есть что рассказать. Mm-hmm. Об этом хорошо, скоро узнаем. Ждем. Две омеги, два wellness-коктейля, wellness-пак. И всего сколько? Пять. Я сбилась со счета. На самом деле у меня еще есть одна подписка, но я ее придержала. Уже просто настолько большие заказы, не знаю, куда ее впихивать. Пусть потерпят чуть-чуть. Топ-10 wellness-продукции составил 1334 балла, то есть это 10 человек, вот настолько набрали. У нас на 250. Хохлова Валентина, 157. Пархоменко Ксения, 151. Григорьева Наталья, 125. Рябова Лариса, 123. Даянова Вера, 117. Васин Владимир, 101. Жилина Людмила, 100. Казначеева Ирина, 81. Букаркина Ольга, 76. И я хотел бы рассказать, вот будучи в Москве, мы с Григорием Наташей, с Валентиной Хохловой, с Лилей были на мегафоруме Oriflame в этом
Да, в этом году. И выступала семейная пара, которая врачей, которые пригласили в свою команду своих, всех своих друзей врачей, всех своих родственников врачей. То есть у них такая врачебная команда, команда врачей. Большинство из них уже бывшие, да, большинство реально. Из них уже бывшие врачи. И все они пришли на wellness, на бизнес и на wellness. То есть у них товарооборот wellness больше 50%. Поэтому наши 18% это, конечно же, малюсенькая часть. Но мы же не врачи. Но можно, да, не будучи врачами, хорошо разбираться в продукции wellness. Но на самом деле я с огромным удовольствием рекомендую wellness людям, но не все слышат, да, и не все могут принять как бы это в своей жизни. Я поняла, что если вы хотите человека... Ну, не то, что убедить, да, а показать человеку выгоды, преимущества, те возможности, которые перед ними открываются по здоровью, по самочувствию, по внешнему виду, то нужно этого человека зарегистрировать однозначно, чтобы он увидел сразу вот эти выгоды, экономию и мог себе позволить брать достаточное количество wellness, потому что, ну, просто потребителям накладно получается, а вот... Когда уже человек в команде, им гораздо интереснее. Согласен, Миша? Да, все преимущества рассказать нужно. Да, нужно рассказывать все. И у нас огромное количество участников премьер-клуба. Давайте им просто аплодировать, да? Мы будем листать. Да. Вот, потому что они огромные, молодцы. Всего по команде. Да, мне приятно видеть лица каждого человека. Давайте дружно аплодируем, листаем. Хлопаем. Кто видит себя, ставит смайлики. И я передаю микрофон команде Михаила Булавцева. Спасибо большое. Мы двигаемся дальше. И хотел бы показать наших участников премьер-клуба. А их у нас 24 человека в команде. Ого! Да, 24 человека. Кто себя видит? Которые получают доход. Здесь у нас по нарастающей, точнее по убывающей, начиная с лидеров по товарообороту. Плавно мы перейдем, конечно же, к новым результатам, к новым достижениям, которые озвучат у нас наши новоиспеченные менеджеры с новыми уровнями. Классно. Кто себя видел, о, как много. Видит на слайдах? Да. Такие все красивые, сияющие, супер. И еще один слайд будет. Все, 24 участника. Здорово. Вообще потрясающе, правда? Ну а теперь мы хотим, чтобы поделились энергетикой. Подожди, давай поздравим с новым званием. Да, да. Вы знаете, мы сегодня одели белое специально, потому что действительно для нас это очень важное и значимое событие. Когда в команде растут лидеры и поднимаются по карьерной лестнице, это не просто здорово, это не просто классно. Это праздник. А это понимание, осознание, что мы достучались, что пришло время, что человек готов, и он принял на себя ответственность. Наташка, мы тобой очень гордимся. Ты вообще чудо, замечательный человек, настолько отдающая, открытая, позитивная. И мы горды, что ты в нашей команде. Мы счастливы, что у вас все вот так круто получается. Валя, молодчина. Вообще, это командная работа, однозначно. Это ваше умение сработать с людьми, организовать всех, договориться. Посмотрите на результаты командной работы. Давайте посмотрим. Личный заказ Натальи, ну это понятно, это вечный премьер-клубщик, любитель wellness, групповой товарооборот 3200 баллов. Уже активно стремится к новому уровню менеджер, 18%. Wellness 598 и активность 181%, то есть практически удвоение, да, получилось? Да. 30 стартеров в команде, 21 рекрут и 8 Q-рекрутов. Ну, я теперь считаю, что нужно передать слово Наташе. С удовольствием. Давайте под ваши бурные аплодисменты встречайте нового менеджера. Я передаю микрофон Наталье. Раз, раз, раз. Меня слышно? Поставьте плюсики. Ура! А, ура, ура, ура. Ну, я уже сидела здесь, у меня тут 7 потов с меня сошло, эмоции, конечно, зашкаливают. Честно говоря, я расскажу вам сейчас историю, да, такую,
А потом уже буду всех поздравлять. Ребят, я хочу вот прям точно вам всем сказать, что мысли материальны. И вернувшись к вопросу о карте мечты, рекомендую всем ее сделать. Вот все вы видите фотографии на экране, да? Я ее сделала, когда мы встречались на большой встрече Oriflame. Это было весной. Вот. И мы с девчонками разговаривали. Тогда я была 9%, и они меня спросили, ну что, следующий уровень 12? А я им сказала, честно вам скажу, что я не вижу себя на сцене с чеком 12%. Они мне говорят, а с каким чеком тогда ты видишь себя? А я им сказала, я прям вот вижу пятнашку. Вот почему-то у меня пятнашка засветилась на горизонте. Ну вот, мысли материально, Вселенную услышала, и все круто. Ну, конечно же, без своей замечательной команды, такого огня, который горит в нашей команде, я, конечно, не добилась бы никогда бы таких результатов. Я никогда бы к этому не пришла. Поэтому это победа нашей команды. Хочу поблагодарить каждого партнера, потому что у нас каждый индивидуален, у каждого свой огонек, у каждого свои знания, каждый делится этими знаниями, мы поддерживаем друг друга. Я очень рада, что у нас такая классная суперкоманда. Ребят, вы все такие молодцы. Я горжусь вами всеми, и я знаю, что каждый из вас достоин дорогих званий, бриллиантов и выше. Поэтому давайте идти вперед, не останавливаться на достигнутом. Вот. И хотелось бы поздравить всех своих сегодня партнеров. Надежда Громанчук. Ну, сейчас Надя сидит в прямом эфире, потому что у них ночь уже глубокая, они из Иркутской области, девчонки. Но они молодцы вообще, ребята. Надя вообще настолько ответственная, настолько... Вот она исполнительная, вот, и 15% это, конечно, для нее не так много, поэтому я знаю, что Надя пойдет дальше и обязательно добьется хороших результатов. Я искренне ей этого желаю. Я желаю ей вырастить огромную команду, чтобы вся Иркутская область это была команда Нади Громанчук. Ну и у нас еще, конечно же, зажигательная команда, известная всем команда, команда менеджера Хохловой Валентины. Валя, ну ты вообще огонь. У меня слов, конечно. Здесь, да, бурные аплодисменты, салют. Ты знаешь мое отношение к тебе. Ты не просто мой партнер, ты стала для меня очень хорошим другом. Не только другом, но и ты советуешь, ну, мы с тобой советуемся во многом. Я многому у тебя учусь. Вот, и я знаю, ну, вижу, как меняется моя жизнь. Это очень много, ну, во многом благодаря тебе. Спасибо тебе огромное, что ты появилась в моей команде. Спасибо тебе огромное, что ты идешь со мной плечом к плечу. И сейчас хочу передать, поздравляю тебя с менеджером 12%, поздравляю тебя с прохождением третьего шага на Хорватию. Ты заслуживаешь этого путешествия, и не только этого. Наша с тобой мечта обязательно исполнится. Валь, скажи, пожалуйста, могу рассказать про нашу мечту или пока не будем говорить? Давай. Мы с Валей мечтаем однажды полететь в такую страну романтическую и попить там кофе за завтраком. Мы хотим поехать с ней в Париж и позавтракать свежими круассанами и выпить вкусного кофе. И я точно знаю, что эта мечта у нас обязательно осуществится, да, на Эйфелевой башне. И сейчас я хочу передать слово Валентине, потому что она уже ждет, да, чтобы она с нетерпением ждет, чтобы поздравить всех своих партнеров, всю свою команду. Итак, Валя, вперед, слово тебе. Спасибо еще раз всем огромное. Я вас всех люблю.
Привет! Всем привет, здравствуйте! Сейчас я настрою, чтобы все было классно. Соня, можешь свет выключить? Или нам это не поможет? Здравствуйте, здравствуйте, всем привет! Варгина меня засмущала тут желаниями, я думала, что сейчас что-то будет страшное. Я думала, она сейчас что-нибудь такое скажет, за что потом придется краснеть. Варгина, спасибо, что ты сказала основное. Нет, Соня, включи обратно. Соня мне помогает отрегулировать свет. Я сейчас так вот лампу закрою, чтобы меня было хорошо видно. Всем привет, ребят, всех очень приятно и рада видеть. Хочу поприветствовать отдельно Викторию, которая у нас сегодня первый раз сразу попадает на подведение итогов каталога. Вот, и всех остальных девчонок, всем-всем-всем огромный большой привет. Не буду каждого перечислять, очень рада, что сегодня появилась возможность, и мы здесь сегодня с вами все вместе. Спасибо большое за поздравления. Мы действительно в этом каталоге вышли на уровень 12% вместе с командой. И нам на самом деле чуток не хватило до 15%. Я думаю, что нужно срочно исправлять эту ситуацию. Вот, потому что на самом деле осталось не так много. Ну вот результаты по команде сейчас перед вами. Меня очень порадовала активность, которая у нас составила 193% в этом каталоге. Насколько я помню, чуть меньше активность у нас была в каталоге прошлом. Стартеры, рекруты и все остальные цифры перед вами, вот их можно посмотреть. Вот, wellness у нас от команды составляет примерно пятая часть. Это была шестая, да, какая-то часть. Вот, давай, Миш, дальше листаем слайды. Еще бы хотела добавить, кстати, одну цифру. Мы прошлый каталог, точнее, этот каталог закрыли на цифре 80 почти 2000 рублей мы делали общий товарооборот, групповой товарооборот, что, кстати, в два раза больше и по баллам, и практически по деньгам, чем прошлый каталог. То есть вот эта тенденция увеличения в два раза с каждым каталогом в нашей команде сохраняется, это на самом деле очень радует. Вот, а теперь давайте пройдемся по нашим звездам, которых в нашей команде достаточно много. Роза. Роза в этом каталоге тоже вышла на уровень менеджер 12%, она сейчас не с нами, но я думаю, Катя Малышева обязательно передаст ей наши огромные поздравления, а Роза посмотрит записи. Роза у нас отлично рекрутирует, мастер делает личный товарооборот сама и удачно, успешно проходит шаги стартовой программы. Очень хорошо получается у нее наставлять новичков, которые есть у нее в команде, и Роза в основном работает по теплому рынку, так же, в принципе, как и я. Но Роза работает, если я общаюсь со своими ребятами в основном по телефону, то Роза общается со своими ребятами на работе. То есть у нее есть возможность непосредственного контакта, общения, и, соответственно, вот этот вариант общения, он дает результаты, те, которые у нее в команде получаются. Давайте следующий слайд. Следующая звезда. Виолетта у нас сейчас есть в комнате. Она у нас недавно путешествовала в Москву. Я думаю, приобрела опыт, которым обязательно потом с нами поделится. Она тоже на одном очень интересном мероприятии. Кому интересно, узнавайте у Виолетты. Вот, все отчеты у нее есть в Инстаграме. Вот, Виолетта у нас тоже стала менеджером 12%. Личный заказ Виолетта у нас в золотом премьер-клубе. Групповой товарооборот также у Виолеттиной команде подходит к результату менеджера 12%. Виолетта тоже у нас активно рекрутирует по теплому рынку сейчас. Последний, она у нас проводила первый свой семинар по поводу, это был семинар по личному товарообороту. Она нас учила, как его делать, несколько фишек нам рассказала. Вот, поэтому, девчонки, большие молодцы, движемся дальше. Захарова Лена. Захарова Лена у нас буквально прям последние несколько дней вырвалась тоже на уровень 12%. Я была очень рада за Лену, и здесь хочу сказать, что я уже начинаю радоваться не просто за уровни, которых достигают наши ребята, наши партнеры, но и самое главное, за что я горжусь, это за доход, который появляется у наших ребят. Это на самом деле очень приятно, и мне
очень нравится, когда появляется доход, это как раз то, зачем мы сюда пришли, я, по крайней мере. И мне моя цель – вывести людей на доход, и вот когда я увидела, что в этом каталоге доход уже увеличивается, и он увеличивается достаточно хорошо, я прям очень довольна за вас и рада, что деньги начинают течь. Вот, Лена у нас эксперт по созданию личного товарооборота, она у нас участник платинового премьер-клуба. Как она это делает, она, может быть, когда-нибудь нам расскажет. Я на это очень сильно надеюсь. Вот, Лена, поздравляем тебя еще разок, уровень отличный, но думаю, что останавливаться на этом уровне мы тоже не будем. Как считаешь? Следующая наша звезда – это Катюха Малышева, которая у нас успешно прошла в каталоге первый шаг на Хорватии. Это было непросто, потому что у меня шагов на Хорватии 8 каталогов, у Кати их намного меньше. Если я не ошибаюсь, 5, Катя, или 4, поправь меня, я не помню количество каталогов, честно говоря. Катя в этом каталоге у нас выходит на уровень менеджера 9%, и уже очень близко, на самом деле, к следующей ступени, обратите внимание. Очень классно, хорошо рекрутирует по теплому рынку Катя и показывает пример, как можно двигаться к своим целям и мечтам. Я уверена и я очень надеюсь, Катя, я тебя поддержу во всем, в чем смогу, для того, чтобы помочь тебе достичь именно твоей цели, которая сейчас замаячила у нас прямо на горизонте, да. Вот, я думаю, здорово нам было бы с тобой встретиться в Хорватии, как считаешь. Давайте дальше посмотрим. Лена, ну если компьютер как бы тормозит, я думаю, что можно будет посмотреть все в записи, как бы, да, ну если такие вопросы возникают. Или второй вариант, это просто перезайти. Либо перезайти в вебинарную комнату. Да, вот видео можно отключить. Хороший способ уменьшить трафик входящий. Вот. И второй вариант – перезагрузить компьютер. Может быть, так вопрос решится. Людмила Иванова – это девочка у нас как раз из розничной команды. Личный заказ и прошла первый шаг стартовой программы «Большая молодец». Очень-очень-очень гордимся и поздравляем. Света Кошкина активно просто ворвалась и включилась к нам в работу. Вот, Света уже у нас опытный человек в сетевом бизнесе, поэтому Света стартанула очень хорошо. А у Светы уже есть одна личная регистрация, и всего за один каталог она вышла на уровень менеджера 9%, с чем мы ее и поздравляем. Свет уверена, что дальше будет больше и только круче. Все вопросы, которые ты задаешь, на самом деле это очень здорово, когда вопросы появляются, а это значит, что появляется интерес. Я думаю, что здесь зависимость прямая между появлением вопросов и дальнейшим ростом. Давайте дальше посмотрим. И следующие партнеры – это ребята, которые вышли на уровень 9%, это Анара. Алевтина, Алия с личными заказами более 100 баллов. Девчонки Анара и Алия, у Алевтины 51. Отличный показатель, это личный товарооборот. Катя Анциферова. Это наша звезда по личному товарообороту. Катя большая молодец, она показывает нам, как можно делать личный товарооборот очень быстро, она это делает самостоятельно. Она также работает по теплому рынку. Катя в команде Кати Малышевой, это ее теплый круг. Мы поздравляем искренне ее с прохождением первого шага стартовой программы, с участием в платиновом премьер-клубе и неплохим таким доходом в первый каталог. Катя, молодец, желаем тебе дальнейшего роста и только-только-только вперед. Ефимова Татьяна у нас с личным заказом 155 баллов, участник золотого премьер-клуба. Это все из команды Кати Малышевой у нас сейчас и, соответственно, Розы. Вот, это все, опять же, теплые регистрации. Поздравляем Татьяну с такими результатами. Это тоже, на самом деле, достаточно много за такой небольшой промежуток времени. Вот, и желаем Татьяне достичь тех целей, которые она перед собой ставит у нас в компании.
Ирина, консультант 6%, у нас с личным товарооборотом 24 балла, это уже из команды у нас Виолетты. Все тоже по теплому кругу регистрации. Желаем Ирине дальнейшего роста. Консультанты 3% сейчас перед вами, они буквально вот, совсем недавно у нас совершенно девчонки, Нина, Даша и Настя. Уже успели сделать активационные заказы в прошлом каталоге, как в принципе и в этом у нас работала акция по поводу регистрации в течение, точнее, если размещаешь заказ в течение 72 часов на 1000 и более по каталогу цене, получаешь бесплатную регистрацию, отмену ее, да, и доставку до СПО. Собственно говоря, девчонки успели вот в этот период разместить свои заказы и получают вот такие классные бонусы. Поздравляем их с этим и желаем их обязательно дальше разбираться в том, где мы находимся и в чем работаем, и дальше добиваться результата. Дальше у нас Лена Трошна, да? Да, с хорошим месячным заказом и групповым уже тоже недавно совершенно Лена у нас стартанула, уже добивается результат. Здорово, поздравляем ее с этим. Желаем дальнейшего роста. Алена. Алена у нас прошла первый шаг стартной программы. Поздравляем ее с этим событием. Личный заказ был размещен на 101 балл. Алена большая молодец. Начинает у нас включаться в работу и постигать все наши тонкости. Вот перед вами новички, которые у нас совершенно, опять же, недавно пришли, уже начали размещать свои заказы. Это Кристина, Наташа и Анатолий. Лентин муж. Поздравляем их с теми заказами, которые они сделали, желаем им, чтобы они дальше реализовывали свои цели в первую очередь. И на этом наши слайды закончились. Наша команда вся была сейчас перед вами. Ребят, в заключение хотела бы сказать о том, что результатов мы добились хороших. Всех еще раз и каждого поздравляю с ними и говорю большое спасибо за тот труд, который вы делаете ежедневно для того, чтобы наша команда и дальше двигалась вперед, для того, чтобы мы достигали денег, званий, подарков и всего остального, что дает нам компания. И хотела бы сказать немножко о приоритетах производственного отдела, которые у нас будут на следующий каталог. Это два приоритета. Это рекрутирование, личные регистрации. И второй приоритет, и очень важный приоритет, это прохождение школы новичка. Тот, кто ее еще не прошел, каждый сам для себя знает, пожалуйста, включайтесь побыстрее, потому что чем быстрее мы пройдем теорию, тем быстрее мы сможем двигаться с вами дальше. А личные регистрации, рекрутинг – это залог успеха и устойчивости, что самое главное, нашей структуры. И для того, чтобы она дальше стояла, и не просто стояла, а развивалась, и уровни наши увеличивались, а количество денег росло, нам необходимо постоянно вливать новые ресурсы в нашу структуру. Всем большое спасибо за внимание. На этом все. Большое спасибо еще раз всем, кто меня сегодня слушал. Целую, люблю, пока. И снова мы. Поставьте и это еще не все. Плюсики, как нас слышно. Спасибо большое, Наташа. Спасибо большое, Валя. Еще раз поздравляем вас с новыми достижениями. Вас, вашу команду активную. И обратите внимание на секрет. Секрет роста команды Вали, Наташи и всех отдельно вместе взятых. Отдельные, вместе взятых. Просто-напросто все партнеры активные. Просто-напросто все партнеры участвуют в премьер-клубе. Отсюда и как по тому примеру наглядному, сколько необходимо партнеров, участвующих в премьер-клубе, чтобы выйти на уровень директора. 50. Соответственно, и здесь по тому же примеру растет команда.
Ну, я не знаю, Миша все так четко излагает. У меня же зашкаливают эмоции. Очень круто было вот это видеть представление команды. Здоровски, мощно, круто. Продолжайте так же делать, потому что вы зажигаете, помните, да, не только свою команду, а всех людей, которые входят в поле видения. Все заряжаются этим позитивом, драйвом. И тоже появляется вера и желание расти, желание зарабатывать, двигаться вперед. А без веры это дело сделать просто невозможно. И почаще мечтайте. Представляете, как вы со своей командой встречаетесь в Москве, в Хорватии, В Париже. в Париже, да, еще в Мадриде на будущий год, в Австралии еще через год. То есть просто-напросто мечтайте, как здорово встречаться со своей командой со всего земного шара, собрав людей. А мы сейчас поздравим еще одну команду. Мария сейчас не может сама выступить, она в наемном труде находится. Далеко-далеко в Ханты-Мансийском округе. Да, но мы с удовольствием поздравим эту команду, потому что они тоже огромные молодцы, начиная с их лидера, с Маши. Маша у нас мамочка в декрете. И мы поздравляем Викулину Людмилу с личным заказом 150 баллов. Она у нас постоянный участник премьер-клуба, тоже мамочка двоих деток. Наталья Алешина, личный заказ 157 баллов, участник золотого премьер-клуба. Ребят, давайте аплодировать дружненько. Поздравляем Людмилу Сухареву. Кстати, Людмила, это Маша, начальник, скажу вам по секрету. Личный заказ 122 балла и участник серебряного премьер-клуба. Просто молодчина. Безумова Виктория, личный заказ 175 баллов. Тоже мамочка двоих деток. Третий шаг стартовой программы прошла Анастасия Кузнецова, сразу войдя в золотой премьер-клуб, 152 балла заказ. Ионова Любовь, 108 баллов, тоже премьер-клуб, уже денежки получают. И рекруты, это Горюнова Светлана, даже запомнилась, с далекого Магадана, такая активная девушка, 45 баллов сразу разместила личный заказ. И Полева Татьяна активировала личный кабинет пробным таким заказом. И также активные в 13-м каталоге, вы видите фамилии, читайте. Ребят, давайте еще добавим аплодисментов в чат, потому что ребята все молодцы. Кто-то пришел сюда за деньгами, а кто-то пришел за классной, качественной продукцией. И мы тоже это приветствуем, потому что продукция действительно крутая, и ей нужно пользоваться, чтобы хорошо выглядеть, да, чувствовать себя прекрасно и нести радость в этот мир. На этом наши итоги, да, завершились, но не завершилось вот это состояние, энергия, мотивация. Я хочу, чтобы вы его унесли с собой и на протяжении всего каталога номер 14 вы вспоминали, что невозможное возможно. И если вам какой-то момент там появляется какая-нибудь хандра, руки опускаются, то возьмите, пересмотрите запись, зайдите в чаты, попросите поддержки, помощи, пообщайтесь с лидерами, спросите, что вы делаете, почему у вас получается. Ребят, и крылышки поднимутся, И просто носик посмотрите кверху. на свой калаш мечты, на свою лестницу успеха. Сделать его надо сначала. Да, у кого он не сделан, срочно сделать, у кого сделан, смотрим почаще, добавляем, обновляем, вычеркиваем исполнившиеся мечты. И всем желаю удвоения. Удвоение результатов, как показывает на практике команда девчонок Вали, Наташа. Продолжайте в том же духе, и все за вами подтянутся. Да, и зовите теплый круг в команду, теплый круг. Потому что эти люди уже нам доверяют, они уже, их не надо убеждать, они и так знают, что вы их не обманете, не позовете куда-то в плохое место. И мне очень-очень понравилась идея съездить вместе с вами, слетать в Париж, попить кофе на Эйфелевой башне, потому что это и одна из моих мечт, Сто очень серьезных. тысяч на человека будет очень-очень достаточно. Поэтому делаем Миша сразу все в деньги, а нам кофе, округляем. романтику, Париж. Девчонки, да и мальчишки, всем спасибо огромное. До встречи через 3 недели в этой же комнате. Будут новые результаты, новые слайды. Вперед, команда! Они смогли, сможете и вы. Пока-пока. Пока-пока.